Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича. С вами снова Илья Механик, и мы продолжаем наш Стелла Челлендж. На той неделе в гаражах я раскопал несколько карбюраторов разных, причем моделей. Это карбюраторы К60В, нижний ряд, вот этот снятый со Стеллы. Видно, специальной обкаточной вот этой спицей. Я ее вернул обратно. И К60В. Мы их еще не отмыли, так как бензин закончился помывочный. Он был заправлен весь чистый бензин. Мы потом домешали масло в Стеллу, ее обкатывали. Поэтому помывка карбюратора этих еще не состоялась. В чем разница между карбюраторами К60В и К60? Это наличие было воздушного жиклера, вот калиброванного отверстия, что, в общем-то, было заглушкой на карбюраторе К60. И разница в эмульсионных трубках. У К60 высота трубки значительно выше, чем у К60В. Вот видно вам, да? Вот. И какая цель эксперимента была? На Вагнерленде в 2013 году был проведен эксперимент, и он показал, что вот этот винт качества становится полезным и дает отклик на себя, как на настройку, если запаять данный вот жиклер, который по заводу размером в 1 мм припоем, и просверлить вот таким вот, если сейчас фокус, да, сообразится, тоненьким сверлом диаметром 0,5 мм, который на рынке тоже было очень тяжело найти, но благо там с 10-й попытки мы с другом это нарешали. Вот. Карбюраторы К60В были запаяны, вот эти оба отверстия. И вот этим тоненьким сверлом было откалибровано новое отверстие диаметром 0,5 мм. Также я хотел повторить на К60 просверлить вот эту заглушечку 0,5, но это очень тяжелое дело, латунь сверлить 0,5. Так что я подумал, может, его миллиметром засверлю, запаяю и уже 0,5 уже сам припой просверлю, потому что ломать такие сверла очень легко, даже с биением ни малейшим там патроном. И еще одна разница в этих карбюраторах. Тот же Мега Челлендж дедушке Вагнеру показал, что установленный карбюратор, вернее жиклер с маркировкой 70 на К60, дает расход в 5 литров стабильно. То есть у вас пол в режиме дальнобоя. А вот жиклер маркировкой 62 дает где-то в районе 4. То есть, если помните, мануальный там расход 2,2 литра, он приводился к скорости около 25-30 км в час. А вот уже если посмотреть эту диаграмму, то на той скорости дальнобоя в 45 как раз и будут наши 4 литра насоса. Также моему оппоненту из Новомосковска Сильверу я вот изготовил эскиз, который будет отдан токарю на точение съемника колокола сцепления. Поэтому по Стелла Челленджу на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ждите новостей. Всем пока.